Французский автомобилестроительный концерн PSA Peugeot Citroën объявил о покупке европейских подразделений американского производителя General Motors, немецкого Opel и британского Vauxhall. Завершение сделки общей стоимостью в 2 миллиарда 200 миллионов евро ожидается в конце года. На пресс-конференции в понедельник глава PSA Peugeot Citroën Карлос Таварес в частности заявил: «Мы хотим создать европейского лидера автостроения, объединив французскую и немецкую компании, мы продолжим развивать два легендарных бренда в Германии и Великобритании». With their respective German and British heritage. В европейских подразделениях General Motors работают около 38 тысяч сотрудников, из которых половина в Германии, примерно 4,5 тысячи в Великобритании. В Германии действуют 4 завода Opel. Ранее в ходе переговоров с немецким правительством руководство французской группы пообещало сохранить в стране рабочие места и заводы. Министр экономики Германии заявила: «Теперь важно создать условия, в которых сделка будет завершена открыто, с участием профсоюзов и руководства Opel, чтобы добиться наилучших условий для компании». Британские профсоюзы неоднократно высказывали опасения, что сделка может привести к закрытию по крайней мере одного завода Vauxhall в стране. Представитель профсоюза говорит: «В следующем году мы планируем начать производство новой модели, и для нас это большая задача. Очень важно, чтобы производство автомобилей Vauxhall осталось на территории Великобритании». На вопрос о предстоящем Брексите глава PSA Peugeot Citroën Карлос Таварес ответил: «В случае жесткого Брексита, в том, что касается стратегии, то мы получим хорошую возможность задействовать британские ресурсы на территории Великобритании». По словам президента Франции Франсуа Оланда, сделка позволит консолидировать европейскую автомобильную промышленность.